Всем привет, с вами снова Кострома, и сегодня со мной очаровательная девушка Анастасия. Сегодня мы посетим встречу подписчиков популярного канала на ютубе «Дневник Хача». Амиран запустил акцию под названием «Мой флаг», и мы решили поддержать его. Сегодня с друзьями мы постараемся снять для вас интересный материал. Так что подписывайтесь на мой канал, и всем приятного просмотра. На, короче, смотри, вот так, эту штуку надо вот так ровно держать, то есть не под наклон. Да, я сначала, подожди. И вот так круче. Если что, джойстик вот тут вот так он крутится, поняла? Вот только их снимай. Поняла? Что надо? Тут еще паста ко мне прижимается, я вот так через кармашу. Хочешь в эту толпу идти? Я не особо горю желание. В принципе, я насмотрелся. Где i8? Пойдем снимаем i8. Мы в поисках i8. Мне кажется, это в другой стороне. Куда они ее увезли? Я что это хотел сказать, что мы туда поднимемся сегодня, мне кажется, и там будет туман. Смотри, вообще не видно. Угу. С тобой не блог снимать, а с тобой пранки надо снимать. Пранки? Не, на самом деле, сейчас Лёха приедет с фотиком своим профессиональным, вот. И мы поедем на крутой небоскреб, достанем флаг России и продолжим амирановскую акцию. Скинем к нему в группу, станем популярными, он распиарит наш проект, мой проект. Завтра наш брат уже женится, но мы потеряли его в Вегасе. Отели никакого результата. Одни и те же фразы повторяем персоналу. Speaking italiano? No. Speak americano? No. We from Kazakhstan, и мы в поиске братану. Мне звонит его жена. Приведи его сюда, или он полная пи***та. Вот это да, вот это да. Если честно, то я в шоке, братан. Кто сочиняет? Разбитые бутылки Hennessy. И в голове никак не клеится. Завтра наш братуха женится, но мы потеряли его в Вегасе. Вчера мы после того, как съездили на Воробьёвы горы, посмотрели на i8, Амирану, на сходку подписчиков, ничего там особенно интересного не было, чуть поснимали. Поехали уже ближе к вечеру подниматься на небоскреб напротив Москва-Сити, ну как небоскреб, там 60 с чем-то этажей. Только поднялись, чуть-чуть там буквально отсняли, нас сразу поймали, скажем так, чоповцы вывели. Ну, в итоге чуть времени потеряли, конечно, но все благополучно для нас решилось. Потом меня пригласили в тюнинг-ателье, поеду попробую поснимать выхлопами машин, активный звук там будет, заряженные тачки, SL63 там вроде стоит, мне сказали. Но надеюсь, интересно получится, прикольно. Такой у меня практики, опыта еще такого не было. Так что я подписался только за, всегда открыт к новым предложениям. Ты приехал соревнования поснимать у детей, BMX Racing называется, велоспорт. Зачем? Симашки, да?
Сань, могу тебе сказать, что ты самая лучшая девочка на этом велодроме, не считая тренера. Давай, рассказывай, как стать чемпионкой? Тренироваться, да. Тренировки. А ты пропускаешь тренировки? Нет. Поэтому так хорошо прыгаешь. А кто твой тренер? Вадим Никитич. Это я. Хорошо, не все? Да. Нет. Точно? Да. Прям уверен на 100%? Да. Молодец, дай пятюню. А, отлично. Расскажите, как оно вам? Как ваши подопечные тренируются? Готовы ли они к соревнованиям? Смогут ли победить сегодня? Артем, что расскажешь? Как настроение? Хорошее. Хорошее? Готов побеждать? Да. Всех сегодня выиграешь на своей трассе? Я готов в гонке! Спасибо, Никита, спасибо. Ты лучше. Я являюсь главным звездом этого мероприятия. Максим, что вы скажете на это? Хорошее мероприятие, хорошая организация. И ты ему там посадили, ребят, посмотрите, классно. Вот BMX там все время покрашено, это самое главное. Трасса была недостроена, но зато нафиг покрашена BMX. Знаешь этот «Жизнь Би-канал»? Да. «Жизнь бизнесмена». Ну так вот, я вчера... Нет, он на меня вчера, кстати, подписался в Инстаграме. А я что, я не подписался. Я вчера давал этим дельные советы. Как снимать правильно? О, у меня ничего не получилось. Шучу, получилось. Нет, я сидел в Москва-Сити, покурил кальянчик такой. Потому что было не в Москва-Сити, рядом со зданием нас выгнали вообще. Забрали менту. Что ты врешь, ты с зрителем своим, а? А у меня все получилось. Падение? Какие ощущения у тебя были? Я надеюсь, ты что-нибудь себе сломал. Да. Да, что? Слава богу. Вот это наш вид спорта. Ваша пивка. Это татарин. Жалко, не в лужу. Но ты был близок. Профиль один выберу. Давай. Открыто, нет? Можно открыть. Все обрежется, не переживай. Нравится, как ты выглядишь? Нет. Хочу ее одеть. Где? У меня предложение есть. Поехать переодеться? Да. Нет. Всем привет. Под названием Нихача. С эффект фикции. Да. Канала на ютубе. Я просто репетирую за это, смотрю на тебя. Почему я сбиваюсь? Давай еще раз, подожди, говори. Всем привет, с вами снова Кострома. И сегодня со мной обаятельная девушка Анастасия. Встречу популярного. Хватит угорать домой.